Инфа для тех ребят, кто приехал и собирается приехать также по воеводской визе, не к своему работодателю, естественно, и думает, что на месте он быстренько найдет работу, переоформится. Мы сейчас нашли работу, точнее вчера, на третий день нашего пребывания во Вроцлаве. Мы сейчас оформляемся на завод. Как там будет, мы не знаем. Позже будем знать. Через 10 дней нас только переоформят. То есть воеводские приглашения будут перекрывать обычными зазволениями. Все официально. И как бы с этого бывает маленькая проблемка. Все эти 10 дней нам надо где-то жить, что-то кушать и тратить денежки. Как, если вы смотрели видео о хостеле, то можно понять, что это стоит недешево, жилье здесь. Вот. Работодатель жилье дает, но это под Вроцлавом, это в селе, стоит в 2 раза дешевле, чем хостел, но все равно что-то стоит, что-то нужно платить сейчас. То есть такая вот проблемка. До работы еще, до начала работы еще 10 дней, до зарплаты, соответственно, месяц и 10 дней. Деньги на исходе, потому что брали с собой мало, потратили уже половину всего, что брали, наверное, или чуть меньше. То есть нам не хватает. Возможно, у вас будет такая же ситуация, поэтому думайте, как с этим, ну, будьте готовы. Во-первых, возьмите больше денег, во-вторых, оформляйте полугодовые приглашения, если вы в первый раз, особенно воеводскую визу. Про воеводскую визу смотрите другие видосы, почему, в чем вообще причина, проблема, прикол. Ну вот так вот. Вообще, Вроцлав, весна, очень красиво, так что ставьте лайки, подписывайтесь, спрашивайте, задавайте вопросы. До новых встреч, видосов, пока!